Судебные приставы Якутии взыскали с должников более 5 миллиардов рублей. И это только по невыплаченной заработной плате. Всего с начала года в управление поступило более 500 тысяч исполнительных документов. С каждым годом количество должников по судебным решениям растет. Значительная доля долгов республики, помимо долгов по зарплате, остаются алименты, задолженность по кредитам, услугам ЖКХ, различные штрафы и налоги. Их не так много в общей массе, да, это 3600 в этом году поступило вот за 11 месяцев. Из них у нас очень большое количество фактически оконченных, да, потому что эта категория исполняется во вторую очередность перед налогами, если к нам принудительно поступает на исполнение. И, конечно, этой категории уделяется особое внимание. Сейчас в остатке 580 где-то исполнительных документов всего осталось, да, и то по ним уже есть частичное исполнение.